Всем привет! С вами Жулик. Как вы могли заметить, в последних видео мы обсуждаем блок тем по структурированному продукту. Этот ролик не будет исключением. Сегодня я вам расскажу про риски, почему же стоит выбрать структурированный продукт и как начать использовать структурированные продукты. Разделяя ролик на несколько частей, мы проще усваиваем сложную информацию, поэтому следите за новыми роликами. Ну и по традиции, поставьте лайк, подпишитесь на канал Ростиксон, или, как говорят блогеры, сделайте красную кнопку серой, ведь так вы не пропустите серию роликов по структурному продукту. А также подпишитесь на телеграм-канал, я думаю, вы уже сами знаете, почему и без того это сделали. А если вы все-таки новенький, то настоятельно рекомендую подписаться на телеграм-канал Ростиксон, там много интересной информации лично от автора. Также там можно найти интересные конкурсы, где можно поучаствовать. Поэтому подписывайтесь. Итак, для начала мы разберем тему рисков. По сути, структурированные продукты Gate.io представляют собой предварительно упакованные инвестиции, которые включают активы, связанные с процентами и производными инструментами. Так почему же считаются они новыми видами? Во-первых, они объединяют традиционные финансовые продукты и деривативы. Таким образом, они имеют свойство фиксированного дохода, традиционных продуктов и свойство неопределенности деривативов. Во-вторых, они предлагают более широкий спектр инвестиционных возможностей. Пользователи могут выбирать подходящие структурированные продукты, анализируя ценовой тренд привязанной валюты и получать высокую доходность от деривативов на основе получения фиксированного дохода. Наконец, у них более низкий инвестиционный порог для участников. Например, структурированный продукт USDT требует минимум $1 США для старта инвестиций, а это совсем немного на самом деле, по сравнению с другими структурированными продуктами. Риски. Поскольку структурированные продукты включают в себя характеристики деривативов, их доходность будет колебаться в зависимости от цены привязанной валюты, что затрудняет получение максимальной прибыли для инвесторов. Поэтому Gate.io запускает механизм отслеживания цен на структурированные продукты, чтобы увеличить вероятность получения высокого дохода для пользователей. Но почему же все-таки стоит выбрать структурированные продукты Gate.io? Структурированные продукты Gate.io поддерживают множество самых популярных валют, которые обновляются каждый день. Эти продукты поддерживают гибкую модель расчета и уплаты процентов, что, безусловно, может удовлетворить потребности множества инвесторов, а именно высокая доходность. Сочетание различных профессиональных финансовых инструментов может помочь создать множество качественных, высокодоходных продуктов для пользователей. Второе. Диверсифицированность. Доступны различные временные продукты с несколькими портфелями, условиями и валютами. Третье. Безопасность и надежность. Профессиональные решения в области управления и контроля рисков гарантируют прибыль. И четвертое. Простота участия. Всего 4 шага, включая подписку, закрытие и начисление процентов, расчет по истечении срока, освобождение основной суммы и процентов. И теперь мы добрались до самого интересного, как начать использовать структурированные продукты. Кстати, мы с вами рассмотрим эту часть на примере ПК. Поэтому открывайте свой ноутбук и смотрите, что вам надо сделать. Первое. Войдите в свою учетную запись Gate.io. Сверху главной страницы выберите «Финансы. Структурированные продукты». В разделе «Новый листинг» инвесторы также могут проверить тип продукта, годовую доходность, сроки, сумму первоначальных инвестиций и другую информацию. Инвесторы могут выбрать один продукт в соответствии с предпочтениями. Третье. После входа на страницу инвесторы могут познакомиться с правилами участия и правилами получения доходности. Подтвердите данные и нажмите «Разместить ордер», чтобы начать торговлю. Далее перейдите на страницу подтверждения ордера. Нужно ввести сумму, поставить галочку, чтобы согласиться с соглашением о покупке структурированного продукта, а затем нажать «Ок». Пятое. После завершения этого этапа инвесторы могут проверить детали в разделе «Мои инвестиции». И шестое. Распределение процентов от выручки по продукту будет осуществляться в соответствии с правилами участия.
инвесторы могут нажать «Просмотр», чтобы проверить среднюю позицию и соответствующий процент. А на этом на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Надеюсь, вам понравилось и эта тема оказалась не такой сложной, как предыдущие ролики. Что ж, увидимся в следующем видео. Пока-пока!